Я надіваю ший, ладно? Давай, давай, давай. Тобто ми так будемо сидіти, як ти. Ну що, ви не стесняйтесь, ви чувствуєте себе вдома. Ой, які симпатичні, ось така. Слушай, как у стакана? Можно я себе вот так съем? Какой, какой хочешь, ты скажи тебе сам. А тебе это? Опасностей, людей, ослабления, порядка и дисциплины. Да, мы провожаем исключительно трудный для всех нас год. Конечно, трудности в переходный период неизбежны, особенно когда к новому разворачивается такая гигантская страна, как наша. К этому добавились просчеты и ошибки уже в последнее время. Света, свечки не горят. Ошибки руководства страны. Наши с вами недоработки. Но страна жила, боролась, работала. Провожая 1990 год, ой, мы ее сейчас добрые слова признаки. Хочу высказать да сельским дружинам, дело в том, что все испачкается. Ты что, ты потом ее отмоешь? Энергетикам, эти больше она будет обеспечивающим сложность. Она у тебя звук будущий записывает? Год особый. Да. На него падает решение вопроса о судьбе нашего многонационального государства. Для всех нас, советских людей, нет более святого дела, чем сохранение и обновление Союза, в котором воля... И все, больше не все. Иначе вы сейчас отправитесь спать, а мы его встречать не будем. А ты наш какой? Вот сейчас пожар сделаешь? Пожар хочешь сделать? Могли бы уже давно что-нибудь придумать по нове. Ну, так, ну что, надо стулья нести, садиться кушать. Отойди. Ирхин,
А да иди, я тебя ведь выстрелю. Я не могу, там музыка. Слышите, какая? Под нее надо шагать. Ты видишь, как стреляет? Чем-то еще и стреляют, что ли? Я ж тебя выстрелила. Чем? Ой, а я не заметила. Еще раз можно? Да, туда видишь, как вставляет несколько пуль. Знаешь, как сейчас сильно бьется? Скорее. Знаешь, как сильно бьется? Давай дальше. Иди на стену. Еще раз. Ой-ой-ой. А что, они сразу две вылетели? Мама, одна куда-то улетела. Да, ну ничего, завтра найдем. Ну что ж, теперь можно пойти и... Давай. Все, ложитесь спать. Все, ложитесь. Под подушечку положить. Таня, каждый припадает. Не так. Саша, Саша, сделай так, спокойной ночи. Покажи ручки, дядя. Вот так. Да. А Паша как сделать? Ну-ка, Паша, покажи, спокойной ночи. Покажи, Паша. Вот так. Вот так. Молодец. Молодец, молодец. Паша. Молодец. Ой, как стыдно, ой, как стыдно. Да, старик, не понял, всех удивил, закупил все на свои расходы. Фирма Лариса. Квартиру мы драли, все, не помню, закупил. Хоть мы его предупреждали, не дури никому, Расаныч, все равно твою технику. Носите сет с фирмой Лариса, вы будете счастливы. Он запрет, мы же здесь все свои, вот мы запрет. Мы же иначе не можем. Не могут быть. Возьми там свою и красную рыбу, да в сердце.
Будем так. Даже. А записывай. А не Мишу зовут сильно? Меня Михаил. Ну, Мишка, как ты говоришь, не знакомились. Я уже заочно познакомил, мне же тебя немножко доложили. Ну, понятно. Сейчас Михаил подожди, не Сергеевич, нет? Не, Борисович, это... а звук он у тебя записывает? Ну, обязательно. Ну, так вообще класс. Что ты знаешь, ты еще посмотришь себе там. Да? Только не сейчас, а через завтра. Слушай, ну слепит здорово вообще. Не фотогигиеничен, сразу становлюсь. Сейчас посмотрим, да? Мы уже смотрели. Ну, блин. Так. Ты что, перед зеркалом? У тебя не глаза здесь. Перед зеркалом. Одни глаза? А, ты приколоться хочешь, да? Ну, давай, давай, давай. Ну, вообще. Да. Человек просто уникальный. Вы тут сидите, я даже не знаю. И едите, скажи, да? Едите, не да. Только едим, мы еще и пьем. Да, мы тут закусываем. Снимаем всех, хватит снимать, дайте мне пройти на свое место. Да, 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 да.